Завтра, 17 апреля, по православному календарю Радоница. Администрация Сургута на один день запускает 4 автобусных маршрута до городского кладбища. Первый отправится от магазина «Москва» с нечетной стороны в 7:30 утра. Второй от остановки «Больничный комплекс» в 8 часов. Еще два рейса будут ходить от остановки ДК «Строитель» и поселка «Юность». Последний специально организованный автобус отправится от кладбища в 17:30. С подробным маршрутом движения общественного транспорта и его расписанием вы можете ознакомиться на нашем сайте indifisnews.ru.